Привет! Сегодня 3 июля и с вами, как всегда, Камила Хакимуллина. Начинаем рубрику с рассказа об очень интересном спектакле, который никого не оставит равнодушным. Внимание к сюжету! Спектакль «Банкрот». Режиссер Фарид Бекчентаев говорит, что это не столько рассказ об одной счастливо обернувшейся афере, сколько о духе времени, о татарском ренессансе, который вытолкнул на поверхность истории не только поэтов и мыслителей, ученых и художников, изобретателей и политиков, но и разношерстную толпу авантюристов и интриганов всех мастей. Думаю, вам понравятся эти мероприятия, но если вам хочется увидеть что-то новое и интересное, то следующий анонс точно для вас. Смотрим! Выставка «Школьные годы». Серия из 24 холстов представляет обыденные сюжеты детской жизни, одинаково близкие разным людям поколений. Вневременной характер изображаемых сценах сочетается с присущей художникам простой, нарочито легкой, почти случайной живописной манерой, подчеркивающей неважность и необязательность происходящих на картинах событий. Выставка «Откровения вечной красоты». Впервые в Казани в Музее истории Благовещенского собора, музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась уникальная выставка, состоящая из двух шедевров древнерусского искусства из Ростовского Кремля. Первая икона представляет образ Божьей Матери и средневековой Руси. Вторая, начало 17 века, показывает житие святителя Николая. Эта рубрика создана нами специально для вас, чтобы вы не потерялись в море информации о событиях, происходящих в нашем городе. До встречи!